Очередной пожар в Миассе. Возгорание произошло из-за сигареты, которую мужчина решил выкурить в постели. Нескольким машинам дежурного пожарного караула пришлось эвакуировать людей из задымленного здания. Пострадавших нет. Галина Владимировна Терехова сегодня моет квартиру, собирает осколки разбитых балконных стекол. Она благодарит Галину Ивановну, соседку снизу. Говорит, это она всех спасла. Дело было так. Галина Ивановна ночью проснулась от громкого взрыва. В этот же момент ей позвонил внук, живущий в доме напротив, и сказал, что квартира над бабушкой горит. Женщина испугалась, но не растерялась и сразу же вызвала пожарную охрану. Огнеборцы сработали оперативно. Через 5 минут на место происшествия приехали 4 машины. Жители подъезда эвакуировали сразу же. Менее получаса потребовалось на тушение пожара. Причина пожара сейчас предварительно называется это неосторожность при курении. То есть мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил покурить в кровати, тем самым вызвал пожар. Была проведена эвакуация всего дома. Силами пожарных были эвакуированы 8 человек. 2 из них эвакуировали специальных спасустройств под названием «Капюшон». На месте происшествия побывала и наша съемочная группа. Поговорив с соседями, мы выяснили, что подобный случай не первый, а пенсионер имеет крайне отрицательные характеристики. Мужчина часто выпивает, громко слушает музыку по ночам. По словам соседки снизу Галины Ивановны Колдановой, 3 года назад в несчастливой квартире 31 задымился диван. В тот день пожарную охрану тоже вызывали соседи. Виновник отделался лишь испугом. Но сегодняшнее ночное происшествие не может быть оставлено без наказания. Я набираю 01. Они говорят, говорю, что вот прям что-то взорвалось, наверное, газ. Я их тоже напугала. И они вот приехали быстро, через 5 минут. Одна машина, вторая, третья, тут лестница. В беседу с женщиной, спасшей подъезд, вмешался и сам виновник торжества. Наша съемочная группа убедилась, что мужчина действительно буйный. От комментариев он отказался, угрожал нам расправой. Но в этом эмоциональном разговоре он признался, что сам не понимает, что произошло. Я не понимаю, как это... У тебя взрыв сорвался. Все, стекла летели, и ты не помнишь. Вон там. Причина пожара установлена в результате проведенной экспертизы. Непотушенная сигарета чуть не унесла жизнь хозяина квартиры. Однако сам виновник торжества жилище покинул самостоятельно. Но вещи не уцелели. Уничтожена вся мебель, бытовая техника, оконные рамы, личные вещи и документы. Пострадало и имущество соседей. Я никого не спасала, нет. Это просто мой внук вот удачно вышел. Так, не знаю, та бы квартира, наверное, сгорела. И они приехали, пожарникам большое спасибо, через 5 минут буквально. По словам соседей, этот случай они будут вспоминать еще долго. Также люди боятся, что в 3-й раз может произойти что-то более ужасное. Наталья Русина, Айдар Насыров, ОТВ Миасс.